Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами снова интернет-магазин antilife.com.ua. Хочу вам представить небольшой обзор трех моделей под названием Zoppo ZP100, TSL V12 и Zoppo ZP500+. Данные модели являются бюджетными, стоимость этих моделей начинается от 1050 гривен и заканчивается 1150. То есть модели абсолютно бюджетные, очень интересные образцы. Я хочу вам кратенько рассказать о каждой из этих моделей, чтобы вы имели в виду, что можно покупать, а что нельзя. Первую рассмотрим модель Zoppo ZP100. Данная модель поставляется вот в такой вот коробке. Посмотрим быстренько комплект. В комплекте у нас идет один аккумулятор, который уже стоит в телефоне. Зарядка, переходничок под зарядку. USB кабель и гарнитура. Сам смартфон стоимостью в 1050 гривен когда-то был флагманской моделью. Обладает он хорошими техническими характеристиками. Вот его показатель в Antutu. Обращаю ваше внимание на то, что процессор тут установлен MTK6575. Вот он. У него 960x540 разрешение экрана, 4.3 диагональ, 512 оперативки, 4 гига встроенных, 8-мегапиксельная камера, отличная. По корпусу модель имеет вот такой вот прорезиненный soft-touch пластик, великолепную камеру, великолепную вспышку, вот такую вот необычную кнопку для сенсорных китайцев, которой можно фотографировать сразу же, качельку громкости, сверху кнопка включения, разъем под наушники, сбоку вход под зарядку, ну и снизу ячеечка для открывания данного смартфона. В целом модель является одной из лучших в данной ценовой категории. Модель когда-то была действительно самым лучшим флагманом от компании Zoppo. То есть с этой модели еще можно сказать все начиналось, то есть это была первая модель на этом процессоре, первый был такой качественный классный экран, то есть ну действительно углы обзора шикарнейшие у данного дисплея, вы это можете наблюдать на этом видео. Идем дальше. Дальше у нас модель под названием TSL V12. Очень тоненький, очень компактный 4-дюймовый смартфон, soft-touch покрытие, которое не царапается, не убивается. Поставляется он вот в такой вот коробке. И в комплекте у нас, давайте посмотрим, что. В комплекте у нас оригинальная пленка. Есть вот такие вот задние крышечки. В некоторых моделях они синие, в некоторых вот такие вот розовые. В этой модели даже две крышки. Не знаю, почему китайцы так положили. Ну и тут стандартно зарядка, два аккумулятора. Аккумуляторы по 1300 мАч. Зарядка, USB кабель. Смартфон мне лично очень нравится, очень импонирует. 800 на 480 разрешение дисплея. Дисплей, в принципе, хороший для такой стоимости. Модель также стоит порядка 1050 гривен. То есть экранчик очень такой сочный, яркий, хорошее изображение. В отличие от Zoppo 100, данная модель имеет двухъядерный процессор MTK6577, 512 оперативной памяти и разрешение, как я уже говорил, 800 на 480. Таким образом, модель набирает уже хорошие 6400 баллов, а это значит, что на данной модели можно играть в современные различные игры и делать многое другое, то есть делать абсолютно все. 4 гига тут встроенной памяти, 4 дюйма дисплейчик, камера тут 5-мегапиксельная, отлично фотографирует, отличный автофокус, тут есть фронтальная камера, то есть это все доступно и можно пользоваться. И переходим к нашей последней модели. Я быстренько, коротко вам расскажу о них. Модель называется Zoppo ZP500+. Полный аналог и конкурент TSL V12. Имеет тоже двухъядерный процессор. Имеет 4-дюймовый дисплей, 800 на 480 разрешение. То есть модели полностью идентичны. В свое время это были основные конкуренты в данной категории размеров дисплея. То есть примерно экранчики у нас одинаковые.
По толщине они оба компактные, оба такие стильные. Тут вот такой под металлический ободок сделано. Вот. Тут также идет сзади прорезиненный такой корпус. Софт-тач, он не царапается. Отличная 5-мегапиксельная камера. Качелька громкости сверху. Кнопка включения, разъем под наушники. Сзади фирменный логотип Zoppo. Модель очень стильная, такая гладкий такой корпус. Очень вариант бюджетный для девушек, для детей, я бы сказал. Или для тех, кто не хочет просто огромные себе лопаты, кто хочет пользоваться нормальным компактным устройством, которое быстро, четко работает, которое еще к тому же отлично фотографирует. То есть вот, давайте попробуем сделать фото. Вот такое фото у нас получилось. То есть автофокус работает отлично. Прошивка у нас полноценная русская. Китайский софт. Вот чуть-чуть он есть. Но его можно удалить, и он нам абсолютно не нужен, так как у нас есть рабочий Play Market полностью, с которого мы можем скачивать абсолютно любые программы, все что угодно. То есть в этом вообще никаких проблем. Данная модель стоит в нашем магазине 1150 гривен. И поставляется она вот в такой вот коробочке. Вот. А это коробка от ZP100. Вот в такой вот коробке поставляется ZP500. Вот логотипчики все сзади. И в комплектации у нас ничего особого такого нету. Есть оригинальная пленка для данной модели. И стандартно USB кабель, гарнитура, зарядка. Обязательно идет переходничок данной зарядки. И как мы видим, второй аккумулятор в комплекте. Емкость тоже самая, 1300 мАч, так же как и TCL V12. В целом это все, что хотел вам показать. Имейте в виду, что в нашем ассортименте есть такие недорогие модели. Они очень качественные, очень надежные. Обращаю ваше внимание, что это не ноунеймы. Это официальный заводской Китай. То есть смартфоны, которые делаются на заводе, которые проходят 10-кратный контроль качества, проверяются также нашими специалистами на выходе. А поэтому всем советуем данные модели. Недорогие, очень качественные и небольшого размера. Корпуса очень надежные, soft touch, он не царапается, он очень удобно лежит в руке, очень так плотно, не скользит. Спасибо за внимание, всего доброго вам!